Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом пройден в крупных городах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР. В ведомстве уточнили, что на Шахтерск и Старобешевский район волна простудных заболеваний распространилась в последнюю очередь, поэтому там улучшений ситуации пока нет. Общее количество обратившихся за медицинской помощью с подозрением на ОРВИ и грипп за вторник 26 января составило 2552 человека, что меньше данных вторника прошлой недели на 15,6%, а также меньше данных предыдущего дня понедельника 25 января на 11,8%. Заболевших детей меньше, соответственно, на 24,3%. Это уже достаточно четкая тенденция, позволяющая говорить о прохождении пика заболеваемости, по крайней мере, в крупных городах республики. Во многом сокращению потенциального числа заболевших содействовали рекомендации Министерства здравоохранения ДНР о продлении каникул и строгом соблюдении масочного режима в общественных местах и местах массового скопления людей, а также наличие в аптечных сетях необходимого количества и ассортимента лекарственных средств, подытожили в Минздраве. Напомним, что 22 января в Министерстве здравоохранения ДНР сообщили о 26 зафиксированных случаях смерти от осложнений заболевания гриппом А/H1N1. До этого эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ был достигнут в Донецке, Макеевке и Инакиево.